Российский холдинг «Брисбосфор» – это крупнейшее производство обуви в стране. Каждые сутки предприятие выпускает до 70 тысяч пар обуви, то есть около 20 миллионов пар в год. Нарастить объемы и дойти до показателя в 30 миллионов в компании рассчитывают после запуска нового строящегося цеха. Сейчас «Брисбосфор» поставляет свою продукцию в десятки крупнейших торговых сетей, более 1000 торговых точек, а также продает через собственную сеть из 150 магазинов. Увеличить их число вдвое, открыть новый производственный цех на фабрике в Новороссийске, выпускать качественную обувь по конкурентоспособной цене и удовлетворять высокий спрос потребителей. Вот главные задачи на ближайшие 5 лет, которые поставили владельцы холдинга. Реализовать планы решили с помощью современных информационных систем, позволяющих организовать эффективное управление динамично развивающимся предприятием. Это 1С ERP управления предприятием 2 и 1С документооборот Corp. Их внедрили по технологии быстрого результата фирмы 1С и по методу Scrum. Первую подсистему ввели в эксплуатацию уже через полтора месяца. В итоге получили решение, объединяющее следующие задачи. Управление производством, управление затратами, управление складской деятельностью и закупками, управление взаимоотношениями с клиентами и продажами, бюджетирование и казначейство, расчет заработной платы, управление персоналом и мотивацией, ведение регламентированного учета, ведение документа оборота и управление проектами. Система позволила автоматизировать более 300 рабочих мест и дала следующие результаты. Прибыль предприятия увеличилась на 15%. Заказы стали обрабатываться на 30% быстрее. Также на треть снизились трудозатраты на согласование документов. На 25% уменьшился объем материальных запасов. На 10% сократились расходы на материальные ресурсы и на производственные издержки. Себестоимость продукции уменьшилась на 5%. Руководство стало получать управленческую отчетность в 3 раза быстрее, а подготовка регламентированной отчетности ускорилась в 5 раз. Время, когда мы внедрили продукт, в части управления производством, управления продажами, казначейства, бюджетирования, у нас примерно мы потратили на это 9 месяцев. За это время мы уже планируем наши ресурсы, что позволяет уже принимать решения при закупке сырья, материалов. Мы регулируем свое незавершенное производство и сэкономили примерно на этом, ну, уже, наверное, 10% в части закупок на сырье, ресурсов и так далее. Таким образом, система 1С ERP управления предприятием успешно помогает холдингу «Брисбосфор» реализовывать поставленные задачи, производить высококачественную обувь по доступным ценам и отвечать запросам покупателей.